Жены ивановских депутатов вошли в топ-рейтинга Forbes Woman. В апреле слуги народа отчитались о своих доходах за 2016 год. По действующему законодательству в их декларации входит информация о доходах супругов. На основе этих данных известный журнал опубликовал рейтинг самых богатых жен. Из 20 персон 3 ивановские. Шестую строчку в рейтинге занимает супруга депутата Госдумы от Ивановской области Юрия Смирнова с доходом чуть более 140 миллионов рублей. Сразу за ней на седьмом месте жена члена Совета Федерации Валерия Васильева с суммой в 128 миллионов рублей. Отстает супруга второго сенатора Ивановской области Владимира Бочкова. Она на 14 месте. Доход городского парламентария Галины Бочковой составляет больше 70 миллионов рублей.